такой знаменитый телеканал, как НТВ, продолжает выпускать новый и очень интересный криминальный сериал. Одной из новинок весны 2018 года стал сериал под названием «Мельник». История бывшего майора Романа Мельника понравилась тысячам зрителей, которые с нетерпением ждут продолжения, а именно второго сезона. Хотелось бы напомнить, что в первом сезоне было всего лишь 16 серий. Дата выхода второго сезона сериала пока еще точно не озвучена, но есть вероятность, что 17-я серия выйдет уже в середине 2019 года. Чтобы быть в курсе всех обновлений, подписывайтесь на наш канал. Всем до встречи, пока!